Лиечка сейчас проходит курс лечения в онкологии в Литве. Мы сами из Украины, из Одессы. Да. У нее генетическое заболевание, нейрофиброматоз называется, из-за которого растут опухоли в любых местах, в любое время и на протяжении всей жизни может эта ситуация то улучшаться, то ухудшаться. С первой опухолью она практически потеряла зрение, и потом, уже когда мы здесь находились, начались очень сильные головные боли, из-за чего начали курс химиотерапии. Вот, сейчас мы проходим курс, слава богу, перестали эти сумасшедшие боли ее беспокоить. Таким радостям, если честно, они как-то забывают о болезни. Но вот честно, просто ей плохо-плохо, но когда есть эмоции сильные, она, конечно, по-другому себя чувствует, ощущает. Очень большое вам спасибо, это очень приятно. И очень, наверное, нужно детям, потому что родители есть родители, а когда еще кто-то поздравляет, радует, это совсем другое. Мы, во-первых, вообще очень благодарны Литве в целом, что она приняла нас с начала войны. Это вот везде нам помогают, нигде никто никогда не отказывал. И я не знаю, честно, я даже не знаю, как это. Всем спасибо. Всем спасибо. Ну, действительно, нам очень повезло. Ну, мне понравилось фортепиано, кукла и планшет. Значит, все, да? Да. Сейчас буду играть на фортепиано до обеда. А после обеда играть с куклой? Да. Вечером сыграю всем своим друзьям концерт. О. Спасибо вам большое. Pinknygės idėja gimė tiesiog natūraliai. Pamąstėm, kad kiekvieną perskaitytą knygą tavo gaus naują viršelį rožinį. Ir pradėjom taip tas knygelės rūšiuoti, žiūrim, visą biblioteką gavosi. Ir taip pradėjom bičiuliauti ir kažkas renka knygas, o mes jas paverčiam rožinės spalvos. O visas lėšas už pardavimus skiriame tam, kam reikia. Lemijo atsivodinė, da? Kartais galvoju, kad tai tik materialūs dalykai, bet šituo atveju jie yra labai prasmingi. Prie to prisidėti tai be abejo yra prasminga, gera, malonu. Tai aš džiaugiuosi būti tiek partneryje su Kaukėno fondu, tiek pats prisidėti prie viso šito. Tai kad tik daugiau žmonių įsitrauktų ir rastų tas prasmingas dovanas vaikams. Очень близкое шампанское море, и я